Смотрите оперативную сводку от службы 112 за прошедшую неделю по Амурскому району. Оперативная обстановка на территории Амурского муниципального района с 5 по 11 мая 2015 года. В 16 часов 11 мая в городе Амурске на территории СНТ «Урожайная» сгорела деревянная хозяйственная постройка на площади 4 квадратных метра. С 7 часов 10 минут до 16 часов 30 минут 11 мая в поселке Малмыш произошло нарушение в подаче электроэнергии в связи с повреждением опоры. В 19 часов 10 минут 9 мая в городе Амурске в квартире по улице Амурская, 4, произошло загорание на площади 12 квадратных метров. В результате пожара выгорела одна комната полностью, сгорела мебель, домашние вещи, пострадавших нет. В поселениях района произошло пожаров и загораний 11, из них в городе Амурске 9, поселок Альбан 1, поселок Литовка 1. Все пожары ликвидированы силами противопожарной службы.